Улица Карла Маркса. Здесь расположены жилые массивы. Неподалеку находится здание школы, госпиталя, университета. Именно здесь, минувшую субботу, возле 148-го дома, и был обнаружен заминированный автомобиль. На припаркованной возле многоэтажки иномарке неизвестный закрепил боевую гранату. Предположительно, это была противопехотная осколочная F1. Утром ее случайно заметил местный житель. Он и позвонил в дежурную часть города. Прибывшие на место происшествия сотрудники милиции оцепили данное место и обнаружили, что действительно с помощью капроновой нити была прикреплена граната. Специалисты сказали, что взорваться она таким образом не могла, то есть не представляла опасности. Реальной опасности, к счастью, не представляла, но вот страха на жителей дома навела немало. Рядом с гранатой злоумышленник закрепил и записку с угрозами. По словам специалистов, характер находки во многом объясняет ее назначение – психологически воздействовать на владельца машины. По данному факту было возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство, устанавливаются мотивы, суть данного происшествия. Что послужило причиной такого поступка и кто к нему причастен? На эти вопросы следствию еще предстоит ответить. А пока граната отправлена на экспертизу. Возможно, именно она и поможет найти злоумышленника. Ирина Полесик, Роман Донец, Первый Приднестровский.